Руководитель военно-патриотического клуба «Гранит» городского дворца детского и юношеского творчества Дмитрий Седлецкий стал победителем межрегионального этапа всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя». Накануне в Екатеринбурге его наградили дипломом победителя в номинации «Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи». Дмитрий Седлецкий работает в программе «Наследники Победы». Воспитанники должны иметь общую специальную физподготовку, уметь прыгать с парашютом, обладать медицинскими навыками, изучать историю вооруженных сил России и выезжать на военно-полевые сборы.